Всем привет-привет! Сегодня мы вяжем с вами вот такую вот детскую кофточку для ребеночка на 2 годика. Так что давайте вместе вязать. Так, что нам надо для вязания этой кофточки? Это маркеры, вспомогательная спица, крючок номер 2,5, спицы у меня Ади. На леске номер 3,5 всю кофту вязала только ими. Вспомогательная ниточка, 2 штуки для рукавов. Мы будем петли снимать на рукава. Ну и пряжа. Вязала я ее в 2 ниточки. С пряжи детский каприз. 60 шерсть меринос, 40 панфибра написано. Итак, метраж ее, а вот есть этикетка, 50 грамм, 225 метров, детский каприз, а номер цвета я не знаю, где здесь пишется, не знаю. Итак, я связала для начала образец и рассчитала количество петель. Кофточка у меня связана, ой, тут такие записки у меня, кофточка у меня связана на 2 года и 2 месяца. Так, у меня обхват шеи, сказали 20 сантиметров, но я усомнилась, перезвонила им, в общем, потом выяснилось, что 30 сантиметров горловина, обхват груди 52, бедер 52, длина от подмышки вниз 36-37 сантиметров, длина рукава от подмышки 7-8 сантиметров. Ну, пряжа детский каприз в 2 сложения, в 2 ниточки вязала. В 20 петлях, вот здесь я связала образец, 11 сантиметров. Потом вот обхват шеи 30 сантиметров. Я 20 петель разделила на 11, умножила на 30. 54 петли у меня. Итак, 54 петли, я отняла 4 петли реглана. Будет 50 петель. Поделила 50 на 3, получается 16, 16 и 18. Но я потом, в общем, в рукавах я уменьшила петелечки, их перекинула. И чтоб не надо было уменьшать, и получила 14 петель спинка. По 11 петель у меня полочки. Планки нету, поэтому пополам поделила по 11, 7 по 7 петель рукава. Ну и 2 кромочные, в общем, 56 петель в итоге я набрала на спицы. Так что, а, да, еще пуговки забыла, надо нам. Так что вот так. Начинаем вязать. Итак, на спице номер 3,5 я набрала 56 петель. 54 петли будет реглан и 2 петли кромочные. Как вы видите, я набираю на 2 спицы, чтобы край не стягивался, в 2 ниточки. Итак, одну спицу держим, вторую вытягиваем. Так, сейчас. Вторую вытянули. Разворачиваем наше вязание и начинаем вязать резиночку 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные. Итак, первую петельку мы снимаем, следующую вяжем, 2 лицевые, 2 изнаночные. Но я думаю, все знают, как вязать лицевые и изнаночные резинки. Итак, вот я провязала 6 рядов резинки, и сейчас я провяжу 2 ряда, в одну сторону лицевой, в другую сторону изнаночной. Итак, а потом начнем вязать реглан. Снимаем первую петельку и вяжем этот ряд лицевым, только лицевыми петелечками. Смотрим, где за переднюю, где за заднюю стеночку вязать. А следующий ряд провяжем мы изнаночными петельками. Так что довязываем вот этот ряд лицевыми. Так, лицевыми провязала, разворачиваю вязание и вяжу в обратную сторону изнаночными петелечками. Снимаем первую петлю и провязываем изнаночными. Как вы видите, за переднюю стенку я провязываю изнаночные. Ну там смотрите, в какую сторону, смотря, у вас разворачиваются петелечки.
и провязываем изнаночную. Со следующего ряда мы начнем вывязывать росточек. Так что сейчас распределим реглан и будем росток вязать. Итак, мы набирали 56 петель. Реглан у нас 54 петли, 2 кромочные. Передняя полочка 11 петель, 1 петля реглан. Ну, в общем, как я рассказывала, так, в общем, я и распределила реглан. Итак, вот наш реглан распределен. Сейчас будем мы его вывязывать. Итак, берем и начинаем вязать. Первую снимаем, начинаем вязать лицевые. Так, вяжем здесь 11 петель нашей полочки. По лицевой стороне, как всегда, реглан прибавляется. Как мы прибавляем? Вот так заворачиваем петелечку и надеваем. Все, затянули. Перекидываем маркер, лицевая. Перекинули маркер, снова вот так заворачиваем пальчик, петелечку надели. Дальше мы вяжем рукав 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дошли до линии реглана, делаем прибавку, перекидываем маркер. Лицевая, перекинули наш маркер, снова прибавочка и вяжем 14 петель спиночки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Прибавочка перед регланом. Перекидываем. Лицевая. Перекидываем. Теперь прибавка. Теперь вяжем одну лицевую. Так, вот провязали мы лицевую одну. Переворачиваем наше вязание. Перекидываем вот эту петелечку на правую спицу и вот эту нитку от себя. И вот у нас получилось как бы 2 здесь петли. И вяжем в обратную сторону изнаночными. Перекидываем. Здесь прибавочки нам не надо делать. В изнаночных рядах мы только провязываем в обратную сторону. Вот провязываем спинку, сейчас мы вяжем. Вяжем спиночку, провязываем нашу прибавку по спине. Перекидываем маркер, регланную линию, перекидываем. Вот наша прибавка, провязываем. Еще одна изнаночная. И переворачиваем наше вязание. Вот. По лицевой стороне что мы делаем? Мы снова разворачиваемся в другую сторону, не довязываем до конца. Снимаем нашу петлю, перекидываем на себя, снова у нас вот двойная петля, провязываем лицевую, снова делаем прибавку, перекидываем, лицевая, перекидываем, прибавка и провязываем петли спинки. В конце снова будем делать прибавку. Вот дошла я до линии реглана, провязываю, делаю снова прибавку, перекидываю, лицевая, перекидываю, снова прибавочка, провязываем лицевую.
Потом вот эти где наши две петельки были, тоже вот захватываем и провязываем так лицевой, следующую лицевую и переворачиваем наше вязание. Перевернули, сняли петельку, сняли и снова перекинули и затянули прям хорошо, чтобы там у нас не было дырочки. И вяжем в обратную сторону снова изнаночными. И так нам надо 4 раза связать. Вот мы 2 раза в эту сторону связали. И в обратную сторону вяжем. Также. В общем, смотрите, девочки, как, что мы делаем. Мы вяжем вот росточек. Мы отсюда пошли вот так по кругу, дошли вот до сюда, провязали, развернулись, вяжем в обратную сторону, вот до сюда одну петельку дошли, провязали. Вот сейчас мы с вами вяжем вот в эту сторону и захватим еще одну петельку и провяжем. А, мы уже даже это сделали, мы сейчас вяжем в обратную сторону. И захватим вот эту одну петельку, вот она. Вот сейчас мы вот что вяжем. Итак, вяжем дальше. Провязываем с изнаночной стороны. Реглан перекинули. Реглан перекинули. И теперь смотрите, здесь снова будет наша петелька. Вяжем изнаночная, еще изнаночная, потом вот эта наша петля здесь двойная, мы ее провязываем, смотрите, вот так, еще одну изнаночную, вот, и разворачиваем вязание. Разворачиваемся, перекидываем и снова вот так затягиваем. Вот две. И снова в обратную сторону начинаем вязать. Вот. Доходим до реглана. Перед регланом делаем снова прибавки. Перекидываем, снова делаем прибавочки. И теперь мы вяжем вот. Смотрите. И теперь мы вот дошли вот до сюда, вот еще одну петельку, развернулись и вяжем в другую сторону вот сюда. И захватим еще одну петлю, потом еще одну и здесь еще тоже вот так. Так что вяжите дальше вот самостоятельно вот эти петельки. Здесь вот раз, два, три, четыре раза так мы должны сделать. Чтобы не запутаться, вот так же, как и я, провязали, нарисовали, провязали, нарисовали. И тогда вы не запутаетесь и поймете, что вы уже это провязали. Так что сделайте вот так, отметьте. Итак, вот я довязала. И смотрите, что дальше вяжем. Я вяжу в обратную сторону. И чтобы не было квадратной горловины, вот когда доходишь до реглана по лицевой линии, всегда делаем накид. Перекидываем. Лицевая, перекидываем, делаем снова накид. И вот здесь я провяжу 3 лицевые и снова развернусь. Вот 3 лицевые провязала, развернулась, снова перекинула в обратную сторону, затянула. И теперь буду вязать в обратную сторону. И еще 3 лицевые там захвачу тоже. В общем, сейчас покажу. Я перед тоже разобью вот здесь. Вот здесь 3 лицевые и здесь 3 лицевые. И здесь также 3 лицевые и здесь 3 лицевые. В общем, тоже вот так поворотными рядами 2 раза я захвачу. Так что провязывать еще вот так. Смотрите, я дошла до регланной линии, перекинула, регланная линия, перекинула. Провязываю вот этот, где был накид изнаночной.
И еще 3 петли. Раз, два, три. Разворачиваю вязание. Снимаю, как всегда, на себя, чтобы не было дырочки. Вяжем в обратную сторону, и по лицевой стороне мы делаем прибавки. Вот так, как и говорила. До регланной линии и после регланной линии. Вот так делаем прибавочки. И вяжем снова до сюда, вот до этой стороны доходим. Провязываем, где мы делали разворот. Еще вот 3 петельки захватываем. Вяжем в обратную сторону. Здесь вот это провязываем. Еще 3 петли захватом и довязываем до конца. Так, если вы все сделали правильно, то у вас должно вот так же точно получиться. Смотрите, нету дырочек, совершенно вот ровное полотно. Дырок у нас здесь нету. И я посчитала, у меня вот здесь на полочке 15 петелек сейчас, и здесь 15. Должно быть одинаково. Справа и слева. На рукавах по 17 петель. Ну, а спинку я уже не считала. Она у нас одна. И все. Теперь мы вяжем туда-сюда поворотными рядами. И в лицевых рядах прибавляем на реглан. Итак, мы вяжем реглан 14 сантиметров. Это если 2 годика. Здесь у меня в этом углу где-нибудь выйдет табличка. И с линией реглана. Так что... дальше вяжем нужную нам длину реглана. Вот, девочки, регланные линии готовы. По спинке, по регланной линии на спинке я померила 14 сантиметров, как и говорила. Вот, 14 сантиметров. И надо нам теперь снять рукава на дополнительную спицу. Опа. Итак, я приготовила вот 2 ниточки. Кстати, красила я их сама. Может быть, сниму мастер-класс. На Пасху красила яйца, решила и пряжу покрасить. Так что и пряжу покрасила за компанию с яйцами. Итак, довязываем теперь до рукава. Также лицевыми. И будем петли рукава снимать на дополнительную ниточку. Так, как всегда, камера не фокусируется. Итак, для скорости обычно вязание вот так гармошкой собирается и быстро вяжется. Ну, это для начинающих, я думаю, полезный совет. Так вот, я довязала до рукава. Вот эти регланные линии можно на спинку, можно на полочку, можно, но я на рукав пустить. Я не знаю, я, наверное, пущу их на полочку, регланные линии. Вот сюда провяжу я регланные линии. Итак, и здесь наберу 4 петельки. Подрезы наши. Раз, два, три, четыре. А рукава сейчас скину на дополнительную нить. Вдеваю иголочку. И вот так берем и скидываем на нитку. Так, вот я дошла до регланной линии, сняла последнюю петелечку. Реглан у меня пойдет на спинку. Вытягиваю нитку. Так, где там кончик? Все. Рукава я сняла. Вот так убираем это все. И дальше вяжем снова также лицевыми до следующего рукава. И следующий рукав тоже снимаем на дополнительную ниточку. Так что вот так
Доделываем и второй рукавчик. Вот. Вот так. Так, я провязала этот ряд до конца, сняла рукава, уже можно посмотреть, что у нас получается. Теперь я вот здесь вниз вот так провяжу еще 5 сантиметров, а потом будем вязать вот этот зигзаг. Так что провязываем теперь самостоятельно от подмышки 5 сантиметров, просто лицевой гладью. Итак, провязала вот здесь 5 сантиметров из подмышки. И теперь будем делать наш узорчик. Но для этого надо нам его рассчитать, наш ажурчик вот этот. Смотрите, ажур я буду вязать вот этот. Вот такая книга. С нее я взяла вот этот ажур. Раппорт 10 петель. Я посчитала. Итак, я посчитала. У меня 106 петель вот сейчас. Я отняла 2 кромочные и отняла, смотрите, вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петелек до раппорта всегда должны быть. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель до раппорта тоже всегда должны быть. Вот я минус 7. И минус 6 сделала. И у меня получилось 91 петля. Осталось. А раппорт у нас 10 петелек. Поэтому значит плюс 9 петель мне надо. Это значит примерно через 11 петель плюс по одной петле. И тогда 100 петель будет 10 раппортов. Итак, начинаем прибавочки вязать. Ну а прибавки делаем точно так же, как в регланной линии делали. Итак, вяжем. Первую снимаем. Вяжем 11 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, что-то мутно, 8, 9, 10, 11. Вот так делаем прибавку и дальше вяжем снова 11 петель. Провязали до конца и вернулись обратно, прибавили 9 петель. Также вы можете рассчитать, у вас же не обязательно, что будет точно так же, такое же количество петель. Может, у вас реглан длиннее, поэтому количество петель больше. Вы можете точно так же, как я, просто это посчитать. Так что делаем прибавочки. Итак, прибавочки сделаны, раппорты вот я отметила маркерами, положила книжечку, вот. Еще раз посмотрите схемку, перерисуйте ее и будем по ней сейчас вязать. Итак, вяжем по схеме. Первая петля снимается, лицевая, накид мы делаем вот так, обвиваем накид, две вместе вяжем вот за заднюю стеночку, 2 вместе, лицевая, накид, 2 вместе. До раппорта у нас вот эта часть провязана. Перекидываем маркер и вяжем маркер, этот раппорт. Смотрите, раппорт, лицевая, 2 вместе с наклоном направо. Что мы делаем? Петли вот эти разворачиваем и провязываем за переднюю стенку. Все, наклон направо, накид, 2 лицевые, накид, это поворот, ой, наклон налево, поэтому за заднюю стеночку провязываем, вот лицевая, накид,
и снова с наклоном влево за заднюю стенку. Все, раппорт провязан. Остальные раппорты вяжем точно так же по схеме. Итак, довязала я последний раппорт. Вот. И теперь вот эти петельки 7 мы вяжем. Как мы их вяжем? Лицевая, 2 вместе разворачиваем петельки, чтобы они смотрели направо. 2 вместе за переднюю стеночку провязали. Накид, лицевая. Снова переворачиваем наши петельки. Вяжем за переднюю стенку 2 вместе. Вот последняя. Накид не забываем здесь. Лицевая и кромочная. Все. Переворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону все петли изнаночными. Вот вяжем изнаночные. Накид наш тоже изнаночный. Все, и вот так вяжем до конца этот ряд. Перекидываем маркер и дальше вяжем весь ряд изнаночный. Итак, изнаночный ряд у нас провязан. В схеме указаны только лицевые ряды. Вяжем, получается, третий ряд. Кромочную снимаем. Так, 2 лицевые, 1, 2, накид, 2 вместе за заднюю стенку, лицевая, лицевая, потом накид, и вот эта дуга обозначает 3 вместе, поэтому вот здесь маркер пока снимаем, переворачиваем наши петли. Вот эти петли захватываем за переднюю стеночку, разворачиваем и провязываем третью, захватываем и провязываем третью. Все, провязали, маркер надеваем, вот провязали 3 вместе, готово. Вот накид, лицевая, 2 вместе переворачиваем, переворачиваем за переднюю стеночку 2 вместе, накид, лицевая, накид, за заднюю стенку 2 вместе провязываем, лицевая, накид. И все, и здесь снова вот повторяем 3 вместе, накид, лицевая с наклоном. В общем, дальше вяжем. Заканчиваем этот ряд по схеме. Вот у меня накид, 3 вместе сейчас нам надо провязать. Вот эти петелечки разворачиваю, надеваю обратно маркер. Раз, вот так снимаю, переворачиваю и 3 вместе провязываю, 3 вместе, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, поэтому снова я переворачиваю петельки, за переднюю стенку провязываю. Итак, 2 вместе, накид, 2 лицевые и изнаночная, кромочная. Провязали. Теперь в обратную сторону вяжем все изнаночные. Начинаем пятый ряд узора. Кромочную снимаем. 3 лицевые. 1, 2. 3 лицевые. Накид. 2 вместе с наклоном влево за заднюю стеночку. Дальше вот лицевая. Снимаем. И начинаем наш раппорт. 2 лицевые, петелечки переворачиваем, чтобы был наклон направо, за переднюю стеночку берем, вот так провязываем,
Накид. Три лицевые. Раз, два, три. Накид. Накид. Две вместе за заднюю стеночку с наклоном влево, что было. И лицевая. Все, раппорт довязан. Так что, девочки, вяжите дальше раппорт до конца. И все, и потом вот эти три ряда у нас повторяются до нужной нам длины. Так что вот, перерисовывайте и вяжите в обратную сторону все изнаночные, в ту лицевые. Все как бы петелечки я показала. Вот, смотрите, если такой треугольничек, значит с наклоном налево, а сюда наклон направо. Вот, вот эта дуга, это три вместе. Так что все, вяжите самостоятельно до нужной длины. Итак, провязала я до нужной мне длины, вот 37 сантиметров, как меня просили заказчица. В общем, вот провязала. Рукавчик один связала, и сейчас второй рукав будем вместе с вами вязать. Набрала на спице здесь 35 петель, и сейчас вот здесь поднимем петельки подреза. Итак, где мы их набираем? Вот здесь, где мы набирали 4 петли, вот здесь поднимаем 4 петелечки, вот так, 1, 2, 3, четвертую посередине. И вот здесь по краям. Здесь вот одну. Потом мы ее даже не здесь. А вот где-то вот здесь серединки, чтобы дырочки не было, одну. И вот здесь тоже надо будет одну петельку поднять. Все, подняли петелечки. Берем нитки и начинаем вязать. Убавок здесь никаких не будет, только в первом сейчас ряду мы сделаем убавку, потом будем вязать просто по кругу. Вытягиваем вот здесь леску, спицы те же самые, я не меняла. Вытягиваем леску, надеваем вот здесь вот эти три петельки. Две, три, три оставляем. И начинаем вязать. Итак, петельки вот эти надо будет провязать скрещенными. Мы берем вот так за переднюю стеночку и провязываем ее скрещенной. Следующей тоже скрещенной. А вот эту петлю я провяжу вместе с петлей от рукава. Все, провязала. Дальше вяжем просто лицевыми до следующей стороны. Так, провязываем. Сейчас вместе провяжем, наверное. А потом вы самостоятельно провяжете. Рукав у меня до резинки. Так, где-то 6 или сколько петель, ну, в общем, он должен быть 8 сантиметров у меня, это вместе с резинкой. Вот довязали, переворачиваем. Переворачиваем, снова вот это засовываем. Вот так протягиваем. Вот эту вытягиваем. И начинаем дальше вязать рукав. Так, фокус что-то у меня сегодня теряется. Итак. Провязываем. И вот здесь последнюю петлю сейчас надо будет оставить с этой. Вот так оставляем. Вот эти три где? Сюда надеваем и две вместе вот так с первой провязываем эти петельки. А остальные надо нам скрещенными связать за переднюю стеночку. Сейчас я развяжу
Переверну изделие свое. Все, вот эти надо скрещенными связать. И все. Вот первый ряд наш провязан. Дальше снова также переворачиваем вязание и вяжем по кругу все наши рядочки. Снова вот так вот вытягиваем и вяжем по кругу. Итак, сколько рядов я вязала? Вы можете вязать длинный рукав. Убавок у меня здесь нету. Вот видите, просто гладко. Я здесь ничего не убавляла. Ну а вязать, сейчас скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну где-то 17 рядов, но вы смотрите, как вам нравится. И резиночка, там 6 или 8 рядов. И все. И закончилась кофточка. Вязание кофточки спицами. Дальше мы будем делать обвязочку вот здесь крючком. И вот здесь будут пуговки. Так, довязала я второй рукав. И теперь делаем обвязочку для петелек. Я взяла крючок номер 2,5. Так, не фокусируюсь. Ну, в общем, крючок 2,5. И делаем вот такие вот пуговки. И будем сейчас делать обвязку. С этой стороны у меня пуговицы, поэтому здесь мы не дырочки будем делать. Дырочки, значит, с правой стороны. А здесь просто сейчас прикрепим мы ниточку. И просто обвязка будет без всяких. Вот находим дырочку, протягиваем нитку. Одна воздушная петля. И провязываем здесь. Так, фокус, ты где? И начинаем просто вязать столбиками без накида. Каждую вот эту дырочку. И сразу ниточки прячем. Вот так мы обвязываем. Туго не вяжите. Если вдруг собирается, то в одну петельку провязываете по две, по два столбика. Вяжем вот за вот эти вот косички, которые образуются во время вязания у нас спицами. И вот так провязываем. Нитки эти ввязываем. Смотрим, чтобы не стягивалось. Вот. Вроде бы все ровненько. Ладно, ниточки эти потом отрежем. Уже достаточно мы их плели. И вот так провяжем свободненько. Вот. Вот тут уже немножко подтянулось. Вот здесь я, наверное, две сделаю. А то немножко стягивается полотно. А где наш основной узор, там будут арочки. Поэтому сейчас я довяжу и покажу, как арочки буду вязать. Вот я довязала. А здесь будут арки, накид. Одну петлю пропускаем, во вторую вводим. И делаем 5, вяжем 5 столбиков с одним накидом. Раз. Два. Так, не фокусируется. Три. 4 и 5. Одну петельку пропускаем, во вторую вводим, вытягиваем нитку и провязываем. Вот накид. Одну пропускаем, следующую вводим и провязываем. И так делаем по кругу обвязку. 2, 3, накид. Вводим, вытягиваем 2 провязы, потом еще 2, 4 и 5. Одну пропускаем, следующую. Все. И вот так вяжем обвязку.
по кругу вот до сюда. Здесь мы будем делать петельки для пуговичек. Так, довязала я до этой стороны. Вот. Вот так оно выглядит. И начинаем делать обвязочку теперь. Ой, дырочки для пуговок. Итак, фокусируемся. Делаем вот 3 воздушные петли. Раз, два, три. Одну пропускаем, во вторую вводим. Что-то фокуса нет. Во вторую вводим, вытягиваем нитку. Ну, так, вытягиваем ниточку, протягиваем и смотрим, чтобы наша пуговка пролазила. Вот, у меня пуговка пролазит, все нормально. Теперь один столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый столбик. Снова 3 воздушные петли. Одну пропускаем, во вторую вводим. Раз. Снова через 5 петель сейчас будет у нас следующая дырочка. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Снова 3 воздушные петли. Одну пропускаем. И здесь раз, два, три, четыре, пять. Но здесь я хочу, чтобы вот здесь было. Поэтому 6 здесь будет. Вот 6 столбиков. 3 воздушные петли, раз, два, три, одну пропускаем и вот здесь вводим, вот одна и вторая петелька, вот так, и все, вот так притягиваем и обрезаем ниточку, пришиваем пуговки и кардиганчик готов. Вот и все, кардиганчик готов. Вот так он выглядит. Я его отутюжила, но еще не стирала. Так что вот вяжите, пробуйте. Легкий кардиган, ничего сложного. Так что, кому понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет много еще чего интересного. Всем пока-пока!